Всем привет, дорогие друзья! Всем, кто не смотрел мое предыдущее видео, я напоминаю, что я делала съемки этого видео в магазине КОС. Нашла там очень много вещей на распродаже, очень хорошие цены. И сегодня покажу вам примерки тех вещей, которые я нашла на распродаже. Обязательно вернусь сюда и сниму примерки новой коллекции весна-лето, но, может быть, в следующем видео. А пока давайте посмотрим, какие интересные вещи я нашла на распродаже в КОС. Приветствую вас, друзья мои, из примерочной из КОСа. Я взяла очень много вещей, все с распродажи, и у них очень большая сейчас распродажа, как ни странно. Потому что когда я была здесь в прошлый раз, и там что-то примеряла, и на что-то там намекала себе, для себя, мне сказали, что у них распродажа кончается, и то, что я сейчас не куплю, то все. Как бы. Вот приди сюда, я с удивлением обнаружила, что у них до сих пор полно вещей на распродаже, плюс вышли на распродажу вещи, которые были тогда еще по полной цене, и плюс еще 20% у них скидка дополнительная, значит, к тому, что у них стоит на ценнике. Я взяла некоторые вещи спорные, не очень, может быть, такие, но они очень характерны для КОС. Потом, например, я взяла кашемировый свитер, который выходит не очень дорого. Шерстяной свитер, да, оно такого все бежевого цвета, но вот голубое платье странное, не знаю, вот такое платье трикотажное, которое мне ни в коем случае нельзя носить, но я померю. Брюки решила померить, понравился мне их цвет и цена хорошая сейчас. Ну, в общем, давайте примерять. Сама я сегодня в моих белых джинсах из Massimo Dutti, которые я купила не в Massimo Dutti, а в нашем Винерсе на самом деле. И подобрала вот такие бордовые ботиночки и свитер у меня такой в полосочку и розовая кофта. Украшение. Мне удобно сейчас примерять свитера, потому что я в брюках, но я и брюки принесла. Ну давайте быстренько мерить, а то я затянула, привет. Так, ну это даже не свитер, это целое платье. Ну как бы длинный свитер, мне очень нравится, прямо очень нравится. Немножко у него здесь, видите, как будто бы ниточка побежала. Видите, вот здесь немножко какой-то дымочка, как будто бы. Но это, по-моему, не очень видно. Можно затянуть, зашить. Честно, мне он очень нравится. Я так люблю такие вещи расслабленные. Вот даже с белыми широкими клешными брюками. Это размер large, он большой. Я посмотрю его состав, не знаю, не пойму состав. Цена вообще сейчас, можно сказать, дармовая. Я не знаю, девочки, но я очень люблю такие вещи. Вот, вы можете его надеть с такими брюками, вы можете надеть с черными узкими джинсами или с синими узкими джинсами, и вы абсолютно выглядеть будете прикольно. Это такой длинный, красивый, длинный свитер. У него есть некоторые места просвечивающиеся вот здесь, но стратегически не просвечивающиеся места расположены очень правильно. Очень нравится мне. Состав у него прекрасный, значит, 60% хлопок, 30% шелк, и, по-моему, 10% нейлон. В общем, синтетика какая-то. Значит, цена получается у него, сейчас я вам скажу, посчитаю, это, видите, размер large, 70% на него скидка, плюс еще 20%. Сейчас посчитаю, скажу, сколько. Значит, он получается примерно $43. Вот такой состав, шелк с хлопком и совсем чуть-чуть синтетики. Если честно, мне прям нравится вот его, так сказать, идея этого свитера. Единственное, что вот здесь вот, я, может, у них еще выпрошу небольшую скидку, но вряд ли. Когда такие большие сейлы, они, как правило, уже не делают дополнительную скидку, но я думаю, что я смогу это немножечко подхватить как-то и заделать, и починить. Очень классно, мне очень нравится. Вот такая кофточка. Я специально взяла medium, потому что я... Ой, какая лохматая, девочки, пардон. Потому что я решила, что мне будет вырез очень большой в large. Видите, он и так такой у меня, как бы... Вырез очень красивый. Мне, в принципе, нравятся вот такие вырезания обычные. Но он мне как-то узковал. Вернее, если надеть... Вот заправить его, например, в джинсы, да... Не знаю, может, надо размер large померить. Цвет немножко скучноватый такой. Но мы его развеселим чем-нибудь, вот бусиками каким-нибудь, брошечкой. Красивый вырез, интересный, но он слишком большой. У него, видите, он даже мне вот
как-то здесь оттопыриваться. Если я возьму large, он будет еще больше вот здесь. Здесь, может, был бы лучше мне, но вот здесь вырез очень будет большой. Вы знаете, он такой, такого плотного трикотажа. Интересно, состав и цена. Я сейчас посмотрю, и тогда мы с вами примем решение. Значит, 50% хлопок, 30% шелк и все остальное синтетика. Стоит он сейчас 70% на него плюс 20. Сейчас посчитаю, секунду. Стоил он 120. Так, он получается около $30. Хорошая цена, хороший состав. Может быть, мне надо померить размер ларч, и тогда я приму решение. Боюсь, что в ларч мне будет очень большой вот этот вот вырез. Не знаю. Так, симпатичный свитерок, 100% шерсть. Но он не маловат. По-моему, это смол был, единственный размер смол. Ну, какой-то коротковатый, маловатый. Хотя шерстяной свитер, по-моему, тоже цена у него получается просто очень хорошая для шерстяного свитера. Видите, как у него интересно сделаны рукава. Прикольно. Ну, такой обычный серый свитер, но хороший состав и, наверное, хорошая цена, хорошее качество. Немножко, если бы он был побольше, подлиннее, было бы лучше. Подумаю тоже. Сейчас посмотрю, сколько он стоит, и подумаю. Значит, он совсем получается дешевый, в районе $30, потому что он стоил 120. И на него 70%, и еще 20. Это получается в районе $30. Единственное, что видите, вот размер small. И он мне маловат. Хотя так жалко, 100% шерсть. Симпатичный свитерок, но маловат. Вот такой вот свитерок, очень хороший, 100% кашемир. Цена, по-моему, тоже получается вообще даром. По-моему, это размер large. Очень приятный кашемир, горло. Мне вообще везет в этом сезоне на кашемир. Я накупила кашемиров. По-моему, он получается $60 или что-то такое. Я сейчас посчитаю, скажу вам. Но хороший кашемир, косовские кашемиры очень хорошие. И, в принципе, размер мне подходит. Не очень большой, не очень маленький. Такой вот цвет очень базовый. Хорошая вещичка. Так, он получается... А он тоже смол. Ну, не маленький такой, хороший. Значит, $250 он стоил, 70% скидка плюс еще 20. Получается $60 он стоит, кашемир. 100% прекрасный кашемир, прекрасного качества. $60. Это правда недорого, это очень хорошая цена. Эх, прям реально красивое платье, но... Надо мне отрезать, наверное, мой живот. Или носить с утягивающим бельем. Проблема в том, что здесь вся распродажа – это final sale. То есть вы не можете вернуть. То есть вот если я его сейчас куплю и принесу домой по мере с утягивающим бельем, и окажется, что это все равно не очень хорошо, то я уже сдать его не смогу. Вот такое вот красивое, очень красивое платье. Но это размер large, и немножко оно облегает мои телеса too much. Мне, в принципе, трикотажное платье, никак. Хотя очень красивый такой цвет кофейный, такой карамельный даже, я бы сказала. Красивый тоже вырез такой большой. И, в общем, все бы хорошо бы, но... Деточки, надо похудеть. Так, цена у него очень хорошая. $150 минус 70 минус 20. Это получается 30 что-то такое, $6 или что-то такое. Наполовину состав это вискоза, наполовину синтетика. Хотя на ощупь я думаю, что просто синтетика. Красивое платье. Увы, и ах, жалко. Может купить, чтобы похудеть? Нельзя так делать. Я знаю, что это гиблое дело, покупать вещи на похудение. Платье «Авантюра». Вы знаете, в принципе, оно симпатичное, цвет красивый и фасон интересный. Значит, сзади оно обычно просто гладкое, я потом на вешалке покажу. Здесь вот такой вот воротник хомутиком. Плечо такое, интересная вот эта вот здесь такая завязка. Ее, в принципе, можно затянуть, наверное, можно поднять, сделать, как бы затянуть ее на талии, возможно. Я даже сейчас, наверное, попробую. Интересное платье, немножко мне, может быть, оно великовато, а может и нормально, может так и должно быть. Это ларч, трикотаж, наверное, хлопок. Посмотри потом состав, и тоже цена там получается просто совсем какая-то дешевая. А, в принципе, оно довольно интересное. В принципе, его можно вот так вот поднять. Вот это вот здесь вот эта штука, ее можно затянуть.
И на талии. Интересно, как это выглядит сзади. Не знаю, сейчас посмотрю. И вот эта вот завязка, мотать вокруг, получается такое вот интересное платье. Ну, не знаю. Стоит, не стоит. Очень стараюсь снять себя сзади, но у меня не получается. В общем, моя рука мешает, но, в принципе, оно неплохо выглядит и сзади, тут и зеркало. Ну, просто как такое платьице с напуском. Так, оно тоже получается около $30. То, что стоило $125, это размер large, 70% скидка, плюс 20. Это 100% катон. Красивый цвет, сделано неплохо, но не знаю, так, что-то в сомнениях я. Вы знаете, реально неплохие брюки. Единственное, что я заправила в них свой свитер. Вот я надела свой свитер. И они немножко просвечиваются, вот полосочки на свитере. На камеру не видно, в жизни видно. Но они прям классные, сидят хорошо. Тоненькие такие, приятные. Длина хорошая, не коротить не надо ничего. Немножко вот это я не знаю, идет ли мне вот этот фасон с такими вот защипами. В общем, видите, как она сделана? Здесь пояс, здесь еще какая-то завязочка, карманы, защипы. Я не люблю брюки, никогда их почти не ношу. Покупаю и не ношу, они у меня висят. Не знаю, хорошо мне такие брючки, не очень. Вроде так ничего. Какой-то размер 8 или 6, не знаю, надо сзади посмотреть, честно себе. Здесь вроде есть это заднее зеркало, а вроде как-то непонятно в нем. Ну, здесь-то эта этикетка торчит, свитер мой. Ну, в общем, вот так оно сидит сзади. Светлые брюки вообще мне не очень. Ну, по-моему, знаете, эти как раз неплохо. Надо посмотреть их цены, из чего они сделаны. Так, $33 они получаются, 135 минус 70 минус 20, это размер 10, это 100% полиэстер, но они очень удобные, у них еще здесь вот сзади в поясе сделана такая резиночка, чтобы не давила на брюшко. Не знаю, девочки, в сомнениях я. Ну что ж, дорогие мои друзья, вот такие у нас сегодня были примерки из КОС. Большая распродажа, очень много чего на распродаже и очень хорошие цены. Может быть, я еще потом как-нибудь заскочу сюда, потому что здесь все время вещи прибавляются, убавляются, в общем, они как-то меняют, перевешивают, ну, тут странные какие-то дела происходят с их вещами, которые у них есть. По несколько лет у них висят вещи на распродаже. Вот я натыкаюсь на вещи, которые я видела пару лет назад, они все еще продолжают висеть на распродаже. Они куда-то убирают, потом привозят. Видите ли, у нас КОС нету продажи онлайн. До сих пор в Канаде КОС не продается онлайн, а продается только в магазине офлайн. Поэтому вот такая вот, наверное, ерунда. Все, на сегодня все. Люблю, целую. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. С вами была Дита из Канады. Всем пока-пока-бай.